Никита Базовик – профессиональный сноубордист. Этим видом спорта он начал заниматься 10 лет назад. Парень тренируется даже летом. Для этого ездит за 3000 километров в Новосибирск. Такая увлеченность дает результаты. Никита уже не раз выиграл первенство России и множество других наград. За прошедший спортивный сезон я выиграл первенство России уже в 4-й или 5-й раз, уже не помню. Стал бронзовым призером чемпионата России. Сейчас на прошедших 2 этапах Кубка России я завоевал серебро и бронзу. Он, как и 9 других спортсменов, получил звание мастера спорта. В торжественной обстановке глава региона наградил и преподавателей спортивных школ, тренеров, а также вручил денежные сертификаты финалистам Кубка губернатора. В этом году мы не только делаем акцент и поддерживаем спорт высоких достижений, но мы очень активно стали развивать такой массовый спорт, и в том числе школьный спорт. И впервые прошли такие межшкольные соревнования именно школьных спортивных клубов. Коль скоро это кубок губернатора Мурманской области, то ему и предстоит вручать, при том, что денежные призы там немалые, Артем, я тебе хочу сказать. И нужные. И очень нужные. Школьные спортивные клубы получили сертификаты 1,5 миллиона рублей за первое место, 1 за второе и 500 тысяч за третье. Александра Пескова, Борис Савельев, ТВ 21+.